чем проявляется эта слабая подготовка? Чего не додаем? 1-0 выиграли, всем все хорошо. Вы снова поехали в Англию, окунулись в атмосферу футбольного клуба. Но вот где-то здесь ностальгия. Конечно, это... По сравнению с минским «Динамо», в Англии у вас зарплата была выше? Как на другой планете. Мой сегодняшний герой – первый белорус в суверенной истории, заигравший в Англии. На родине он также был довольно успешен, а в родной Орше им поистине гордятся. Петр Качура – особенный во многих смыслах.